Представительная делегация с участием руководства региона, главами всех муниципальных образований и начальниками ответственных ведомств посетила в минувшие выходные Комаричский район. Именно в Комариче губернатору продемонстрировали работу дизель-генератора, находящегося в районной больнице. Благодаря его работе в дни отключения электроэнергии больница продолжала функционировать. Проводились плановые хирургические операции, не прерывалась подача воды. Немного хуже дела обстоят с дизель-генератором на одной из ферм в Комарическом районе. Мы должны одно понимать, дорогие. Это вот не для Александра Николаевича, не для меня, не для тех, кто приехал вот посмотреть, какой дизель хороший и что он тянет. Не дай бог что-то случится, вы должны сами понимать, на тележке ли, тракторным ли прицепом, автомашиной. Это не нужно. Это все прекрасно понимают, что вот можно на одной какой-то площадке стать и все показать. И не ехать в Комаричи. Более того, губернатор потребовал показать, насколько оперативно можно снять генератор с машины и перевести его в другой район, где, к примеру, необходима его помощь. Оказалось, к этому никто не был готов. Она тут будет курсировать в пределах хозяйства. Нет, только чего она тогда не курсирует? 700 килограмм вручную не перегрузит. Нужен кран. Где кран? Нет, у нас здесь фронтальный погрузчик, элементарно. Да. Ну, давайте погрузим. Это разовый случай. Давайте, тогда, раз мы приехали на учение, давайте мы передвинем своими силами. Давайте передвинем, и мы подождем в Комаричах. Командуйте, чем грузить, куда? Давайте проблемы. Давайте перегрузим. После осмотра дизель-генераторов комиссия отправилась на демонстрацию средств пожаротушения и резервных источников питания. Губернатору показали новые разработки мобильных средств предупреждения и тушения лесных пожаров. Оснащенность спасателей не вызвала нареканий. Средства пожаротушения имеются в области в достаточном объеме. Более того, это оснащение будет продолжаться. После осмотра техники комиссия подвела итоги командных учений. Александр Кобзев, подводя итоги встречи, отметил, что с начала весеннего периода начнется продуктивная работа по подготовке районов области к летнему пожароопасному периоду. Начиная с 1 марта комиссии от областной администрации, в которую войдут МЧС, Ростехнадзор, энергетики, лесники, будут проверены все муниципальные образования, все арендаторы и все населенные пункты, которые находятся в лесных массивах, на предмет подготовки к пожароопасному периоду. 10-11 апреля Брянской области будут подвергнуты проверке со стороны представителей правительственной комиссии, также с привлечением уже федеральных структур и представителей федеральных структур, будет Брянская область проверена и ей дана будет оценка о готовности к пожароопасному периоду. Игорь Мерчук, Аристарх Никитин, события Комаричи, Комарический район.